Салика Продакшн Студио. Это американский, по-моему, да, американская группа, да. Угу. Мелодия американская, угу. Была 50-х годов. Она это услышала и привезла, по-моему, из Франции. Из Парижа. Такое, да. И искала автора песни. Где-то из города, в котором тепло, наше далекое детство там прошло. Мелодию проведите прямо ближе микрофон. 3, 4. Где-то из города, тихий, как сон. Чище. Тихий, как сон. Да. Дальше. Тягучий. Пылью тягучий. Нет, тягучий. Да. Пылью тягучий. Нет, смотрите. Ритмически. Пылью тягучий. Пылью тягучей по грудь занесет. Раз, два, три. Вы говорите, там 6/8, например. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, 3/8. Раз, два, три, раз, два, три. Пылью тягучей по грудь. Еще раз. Пылью тягучей по грудь занесет. Все время в темпе нужно существовать. Давайте еще раз сначала. Я буду простукивать, а вы будете петь. 3, 4. Где-то есть город. Не спорите. Где-то есть город. Раз, быстрее, ритмически. Еще раз послушайте, я спою. Где-то есть город. Где-то есть город. Тихий, как сон. Все время вот такая ритмика, да? 3, 4. Где-то есть город. Еще раз, чуть-чуть еще раньше спойте, на полсекунды. Где-то есть город, вот. Тихий, как сон. Пылью тягучей по грудь занесен. В медленной речке вода. Лучше так, спойте. В медленной речке вода. Пока вот эта буква Е неудобна, наверху нужно красиво спеть. Речки, вот так уже умираете, да? В медленной речке. Прямо да, вот так открыто, да. 3, 4. В медленной речке вода, как стекло. Да, все время, смотрите, вы открыли, да, вот так вот, речки, и дальше так же. Вода, как стекло. То есть вы открылись, и вот это открытое до самого конца фразы. Опять, где, и все время открывать рот. Где-то есть город, в котором тепло. Дальше. Наше далекое. Наше далекое детство. Видите, ритмически, еще раз. Наше далекое. Как раньше. Наше далекое детство там прошло. Точнее, там прошло. Вот у меня ритмику, вот я по-другому говорю. В медленной речке. В медленной речке вода. Вот и все, и сразу все на место становится. Еще раз. Занесет. В медленной речке вода, как стекло. Да, смотрите. Достали, все вроде как почти достали. Ритмически, смотрите, правильно уже спели. А теперь это нужно красиво спеть медленной речке, да? И в медленной речке вода. Перед водой дыхание обязательно нужно взять, да, потому что вы пытались на одном дыхании спеть, и тут в конце уже вот так вот, понимаете, да? Еще раз. Первый куплет.